помещение вольное 35 строение 4, 800 квадратных метров, находится на первом этаже. Бывший полиграфзавод, ранее сидел магазин «Светофор». Такая свободная планировка, колонны, шаг колонн 5,5 на 5,5 метров. Коммуникация центральная, санитарные узлы, все это оборудовано, пожарная сигнализация, вентиляция, система вентиляции, все есть, отопление. По коммунальным услугам в зимний период около 80-100 тысяч потреблял светофор, с учетом, что у них тут были холодильные оборудования и так далее. Вот такое здесь пространство. Выездные ворота где-то высота около 3 метров. Въезд через шлагбаум, пропускная система, там ворота. Получается 5 на 4,30 высота. Вот. Есть также выход на первую линию. Вот он находится здесь.